Так. Давайте сначала класс персонажа выберем. Трупный ползун призывает два зомби, которые отвлекают врагов и взрываются, образуя ядовитое облако. На 10 секунд призывает внутреннего зверя, увеличивает скорость урона и скорость перезарядки. Давайте его возьмем. Ты кто? Не хочу гном. До 30 случайных характеристик или трепсов. Голем? Ну давайте голема возьмем и возьмем порча. Давайте шип земли возьмем, посмотрим, что это вообще такое. Восемь, нихера себе. В принципе, прикольно. На любое расстояние? Нет. Ну что, поехали. О, спокойно. Начинается покуда все. Так, а это же у нас руна. Да, руна земли. Точняк. Так, опа, 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 опа. Ну так, неплохо. Ой, блин, не застревай. Бы еще ускорить было бы, ой, как прекрасно, и площадь бы сделать побольше было бы вообще шикарно. О, блин, это по мне попали, видимо, по мне. А нет, не по мне. Да сдохни. Блин, проклятая крыса. По ней хрен попадешь. О, попал же. Странно. Сдохни и все. Молча. Щит. Скомбинировать? Думаю, да. Попробуем. Неплохо, неплохо. Круто так все получается. Блин. Эти вот скелеты меня бесят. Главное от крыс покуда избавиться. Руна. А, и один, конечно.
Че, давай сюда, в ядовитую, я так понимаю. Ух ты ж, блин. Это что было? Меня так неплохо таки коцнуло. Че, я туда не пойду? Уроды, магеть. Дай мне жизни. Никто ж ничего не дал. Ящики все, как всегда, пустые. Вообще редкость какая-то, что что-то в них попадается. Если попробовать... А, нет. Ну что, давай попробуем. Здоровье хочу. Блин, здоровье все равно. Блин, так мало, что... Ай. Так, а где мы вообще не были? Здесь. Хоть здоровье... Ай, здесь ничего интересного. Сердечки, здоровье хочу. Ничего нету, ну как так? Вы издеваетесь. Хоть уровень скоро получу. Опять эти крысы. Ой, блин. Хоть одного босса убью в этой игре или нет? Они слишком какие-то жестокие. Когда ваше здоровье под ниже 5, вы оглушаете всех врагов в комнате на 5 секунд. Так, хорошо. Позволяет создать... Давать стражи земли, поглощающие энергию элементарной земли создания. Как-то так. А здесь куда? А я где? Угу. Куда, где, когда? Так, только вниз. И еще раз вниз. И сюда. О, блин, сколько вас тут. Блять, попали. Ах, у нас есть этот, как его там, комбинатор, блин, великий комбинатор. Блин, меткие сволочи, попадают же все-таки. Ах, неплохо таки попадают.
О, еще у нас есть комбо. Два. Два. Что бы у нас тут скомбинировать можно? Руна воздуха. Ты что умеешь? Руна огня, руна скорости. Так. Руна воздуха. Руна воздуха, руна воздуха. Давай так. Сделаем так. И тебя еще вот сделаем. Странная хрень получилась на самом деле. Давай попробуем. Мне такой не нравится расклад. Там будет намного круче. Какая-то фигня у нас вышла с атакой один, но, блин, отталкивает, конечно. Но я думаю, очень как-то будет она смотреться. Так, хорошо. Куда еще я здесь не был? Вниз и направо. Но. Пустой. О, скотина. Пустая. Сдохните вы все. Блин, не то нажимаю. Блин, перезарядка долго идет. 40-30 секунд. Да ладно. Че, мы все облазили? Да. Весь этаж. Ну что? Что это такое? Снижает уровень рун воды. У нас нет рун воды. Сюда. Хочу так тогда. А это не оно? Не. Ну ладно, руна всегда пригодится. Я плохо помню тот день, когда она покинула меня. Далекий звук текущей воды, запах гари и чего все поглощающее чувство страха. У, страшно. Страшно аж до жути. Куда тут я могу пойти? Только сюда. Все правильно. Ох, блин, вот этого я ненавижу. Эти огненные хрени. Или это, ну, дымка какая-то. Явно не для меня это все. Блин, еще и попасть умудрился.
еще есть руна. Это круто. Ой, что я сделал? Руны скорости. Что мне дает за их уничтожение? Я их вообще могу уничтожить? Интересно. Ладно. Пойдем сюда. Ух ты же, блин, какая маленькая комната. И всякой херни здесь до хрена. Еще мозг. Так, зомбаков быстро замочили. Мозг безобиден. Так. Сдохни. Вы еще стрелять в меня смеете? Весь этаж не обойду, я туда точно не пойду. Так, чё, мне ничего не подхватили? Хотя я могу что-нибудь взять. И так побегать. Еще здесь. Здесь явно я босса открою. Нужен ли он мне? Подниму. О, с вами легко будет. Что это за скоростные мыши? Зомби, вперед. Получать долгосрочный усилитель на безупречное прохождение комнаты. 5% вклонения, 50% входящего урона. Существует два вида людей: быстрые и мертвые. Снижает воздействие аур комнат. Минимальный, максимальный уровень. Вот это хочу. Так, а вот это же у нас состоит из этого. Давай увеличим. Так, и куда? Блин, босс будет, скорее всего, где-нибудь здесь. Так, жизнь первая... Жизнь порой преподносит сюрпризы, уклоняясь от огненных шаров как можно дольше. Долго длилось счастье. Сердечко зато есть. Да, эти испытания несложные бывают. Босс? Скажи, что тут босс.
Твою налево. Ого, блин. Если ты босс, ты какой-то слабо был босс. Пошли дальше. Ой, ё-моё, чё это так забумкнуло? Чуть не оглох. Ух, было сложно, сложно. О, мозг. Нет мозга, это уже круто. Неплохо у нас тут выходит. Это здесь уже будет сложнее. Сердечко, это уже круто. Твою мать, не зажимайте. Уже не сложно. Код жизни у меня не очень, мне это не нравится. Ладно, пошли. Пусто. Это уже хорошо. Да, непростая игрушка, я вам скажу. Утомительная. Но мне нравится. Очень. Здесь не были. Ну посмотрим, что у нас здесь. Ой, не то нажал. Зомби, зомби, давайте. Нападаем. Блин. Твою ж мать, сволочи. Сложно. Ха. Так тебе и надо. А, блин, не та руна. Хм, земля. Я ж могу улучшить. Уничтожил. Круто. Так, и что, мы все обошли? Да, все. А, это выкину. На самом деле круто. Мы прошли вторую. Второй этаж, точнее. Так, а куда нам идти? Вниз. И вот сюда. Еще раз вниз. На третий этаж. Вкус крови. Нет, запах крови был настолько сильным, что ощущался во рту. Казалось, что воздух дрожал, отдаваясь эхом в кронах деревьев. О, жутики. Огненные пятнышки мне не совсем не нравятся.
ничего нету. Руна удара. Что она делает? Яростная руна удара, нанесение урона плюс 5. Руна удара. Блин, хотел бы это, блин, скомбинировать я это все. Ладно. Блин, может тебя поставить? 6. Плюс горит. 6 не всегда. 3. Ладно. А куда так походим? Можем сдохнуть. Это... А, ну это я знаю. Так. Защита. Защита. Блин, жизнь и вообще жопа. Ох ты ж, блин. Газы еще какие-то. Уровень. Что я делаю? Да, жизнями у нас вообще беда. Беда, беда. О, сердечко, круто. Это мне нравится. Хороший знак. Что у нас тут? Что у нас тут? Да ну. Не будем покуда ничего делать. Так, только вниз. Ё-моё, что за звуки? Течка, это круто. Да, все жестче и жестче. Враги у нас.
Сейчас зомби у нас будут. Как-то помогут. Кстати, неплохо помогают. Так, а вот... Если бы эта херня рассеялась. Руна тьмы. Руна огня. Может выйти, зайти? Как-то так. О-о-о. Несложная комната будет. Ну уже. Хватит прятаться уже, выходи. Заключила его, было бы, ой, как печально. Так, о, сердечко, сердечко, чуть не пропустил. Так, ну, давай сюда. Так, а что это за говно такое нехорошее? Кто нажал? Надеюсь, ты босс уровня. Ну чё, так неплохо. Неплохо мы с ним справились, мне нравится. Так, чё у нас тут? Полный ад. Мозг где-то находится. О, блин, как меня этот мозг бесит. Сердечки, хочу сердечки. Не лезет. Чё мы удалим? Блин, я все равно не могу комбинировать так, как хочу. Вот хочу сделать вот так вот. Комбо. 9. Давай попробуем. Пятьсот опыта. Так, а чё вот это вообще такое? За рун... А, руна воздуха. А, иди в жопу. Так, а у меня же есть еще руна удара, снижение урона. Ну как-то так. Где я? Так, ну чё, пошли. Дальше уничтожать все живое. А, где я? Я запутался. На, я случайно своих выпустил, нечаянно нажал на Q. Где я вообще?
неплохо, но не так быстро, как бы я хотел. Но зато мощно. Всеми справился. Так, а у нас есть же вот все вот так вот. А здесь он же зелененький. Хотя покуда оставлю лучше так, а это потом улучшим. Да, жизнями у нас не очень. Упырь. Не топырь. Упырь, не топырь. Босс. Похоже. Да, босс. Блин, попадает скотина все-таки иногда. Не топыри. О, он еще, блин, раздвоился тут. Расхреначился. О, блядь. Мне бы жизни побольше. Так, блин. Уйди, блин. Фак тебя. Действительно ничего не поможет. Хотя... Хер, ничего не получится. Видно будет просто, если я проиграю.
там чуть осталось. Пожалуйста, давай, мы тебя убьем. Позволяет получать 10 опыта создания. Минимальный максимальный уровень. Чего это? Позволяет усыплять зверя каждые 40 секунд. Значит, тени 8. Вероятность 135 убитый враг нанесет урон ближайшим целям. Позволяет получать 10 опыта за создание заклинания. Плюс 1,25 заклинания. Вот это лучше. О! Круто! Так, а еще бонусы разума. Думаю, уровень разума не брать. Скорость снаряда взять. Давай скорость снаряда. Ну, так, я на этом думаю, мы остановимся. Это уже очень долго, продолжаю эту эпическую битву в следующий раз. Так что всем спасибо, всем пока.